Здравствуйте, Олег. Это видео про ваш КПАН с одуванчиком. Вот смотрите, вот он таким образом устанавливается на Юпитер-37А. Видите, красная точка. Вот этот винт. И теперь я вам покажу, как вставлять и вынимать, чтобы не сломать одуванчик. Совмещаем красную точку на переходнике и средний контакт на одуванчике с белой точкой на камере. Очень аккуратно немножко поджимаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до защелкивания. Вот смотрите, я запрограммировал одуванчик фокусным расстоянием 135 мм и диафрагмы от 3,5 до 22. Комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на этом объективе я вам также высылаю в почту. И также вытаскивать. Нажали эту кнопочку, очень аккуратно повернули и вытащили. Вот одуванчик целый, невредимый. Все контакты на месте. Показываю еще раз. Если вы вдруг чувствуете какое-то препятствие, лучше не крутите дальше. Лучше попробовать научиться без объектива. Сначала только на КПН. Итак, красную точку средний контакт совмещаем с белой точкой на камере. Чуть-чуть поджимаем внутрь и поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Все, одуванчик работает. И в обратную сторону. Нажали стопорную кнопочку, по часовой стрелочке повернули, совместили винтик и белую точку и аккуратно вытащили. Сейчас я сниму ваш КПАН с моего объектива, упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.